Ребят, всем привет! Вы на канале Частный дом. Сейчас я вам, ребята, показываю вот грядки. Вот, получается, третья грядка у меня. Вот эти уже, получается, две грядки, которые я делал 2-3 года назад. Вот они, две грядки. Показываю вам вот эту третью грядку. Она вот 10-метровая. Поэтому, ребята, я вам хочу сказать вот что. Делайте такие грядки без фундамента. То есть этот фундамент, допустим, для грядок, его не обязательно делать. Главное, вот непосредственно блоки у нас же сквозные. Через 2 метра проливаете бетоном вертикальную, чтобы у вас нагрузка же бывает, чтобы она вот туда не свалилась со временем. Она может. Ну хотя, опять же, этот пескоблок тяжелый. Его хватает для того, чтобы он эту выдержал нагрузку. Но чисто предварительно. Но все равно лучше лишний раз перестраховаться и через 2 метра пролить бетоном. Я, допустим, здесь вот уже 2,5 метра сделал. Здесь, получается, посередине пролю и на углу пролю. Вот здесь вот, получается, пролю бетоном. И все. Потом, если вы хотите, можете сюда цветы посадить. Если хотите, можете забетонировать немного совсем. Сюда землю засыпать и забетонировать вот так вот, чтобы вода туда не попадала. Ну вот, ребята, вот это хотел сказать. Сейчас смотрите вот эту грядку, если вы сделаете из пескоблока, да, если у вас неровная, получается, косогор, да, эту грядку сделали, все, это вам, блин, на долгие года хватит. Этой грядки никогда не надо будет переделывать ничего. И также их можно, ребята, покрасить. Вот. Покрасить можно в любой цвет. Вот это вот серый цвет. Тот, который я вам показывал. Он, видите, вот такой вот цвет. Я уже забыл, как. Ну, он синеватый получается, светло-синий. И такие грядки вас будут, ребята, радовать каждый год, круглый год. Ладно, ребята, всем пока. А, кстати, высота грядки 8 сантиметров. 8 сантиметров – это оптимально для грядки. Ладно, ребята, всем пока.